Совсем недавно из России прибыл 10-й гуманитарный конвой с новогодними подарками. Депутаты Народного совета продолжают развозить подарки детям ДНР. КГТ «Кировская», расположенный в 40 километрах от Донецка, регулярно подвергался обстрелам украинской армии. Через этот небольшой городок проходит линия фронта. Разрушенные до основания здания, зияющие провалы в стенах многоэтажек, жертвы среди мирного населения. В городе живут мирные жители, в том числе и маленькие дети, которые хотят отметить долгожданный праздник Новый год. При содействии депутата Народного совета Екатерины Павленко детям на новогодние утренники были доставлены сладкие подарки. Дети, которые живут в этом городе, это город, он практически весь является линии фронта. И здесь детки, как никто другие, как никакие другие дети, нуждаются в тепле, во внимании. И вот внимание сегодня это было им оказано. Очень-очень хорошо постарался депутатский корпус Народного совета Донецкой Народной Республики. Низкий всем поклон, кто помогал привлекать гуманитарную помощь, кто формировал гуманитарный конвой. Сегодня мы привезли подарки, это подарки из Твери, фабрика «Красный Октябрь». Спасибо огромное. Наши дети сегодня получили качественные конфетки. Они сегодня получат, ну, шоколадка каждая для ребенка, да, это маленький кусочек радости, гормон счастья, и это сегодня вошло в их дома. Для того, чтобы дети Кировска получили подарки, сработало очень много сил. Это МЧС России, который собирал и отправлял нам этот гуманитарный конвой с подарками. Депутатский корпус Донецкой Народной Республики, который собирал заявки, это все оформлял. И мы получили необходимое количество подарок для детей детских садов. И гуманитарный батальон «Новороссия» очень-очень нам помог. Доставили эти подарки с их помощью. Они не отказали, выделили нам транспорт. И, ребята, вместе мы сила. Это вот единение, которое необходимо для того, чтобы получилось одно большое дело. Вместе мы сила, вместе мы обязательно победим. Пока обстановка остается относительно спокойной. Организация открытия новогодней елки была непростой. 26 декабря на одно из промышленных предприятий упал снаряд, выпущенный со стороны украинских силовиков. По словам мэра города Андрея Хабарова, пострадавших и повреждений нет. Люди все еще находятся в страхе, опасаясь обстрелов со стороны украинских карателей. Дарья Черничная, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ.